Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы посмотрим игрушечку, которая называется Pixel Gun 3D. А ну-кася, что такое? А, прыжок, вот. Угу. Ну, ё-моё, я прям крутыш. О, сосунки. Хе-хе, щеглы. Я так даже сказал бы. Так, войдите в портал, отлично. Я вошел куда-то. Обучение завершено. Ребят, это было обучение. Так, броня новичка. Простое яйцо. Зачем мне простое яйцо, интересно? Какое-то яйцо из Марио напоминает мне. Снайперское ружье. Так, опыт. Алмазики и 15 монет. Угу, понятно. Так, зайдите в арсенал, чтобы приобрести оружие. Ну, давай зайдем. Выбери категорию снайпер. Выбрал. Так, выбери снайперское ружье. Нажми взять, чтобы экипировать оружие. Блин, как все серьезно-то, а? Нажмите взять, чтобы экипировать броню. Выберите категорию питомцы. Здесь хранятся яйца, из которых вылупляются питомцы. Ага. Нажмите назад, чтобы вернуться в лобби. Нравится ли тебе такой ник? Beautiful. Нет, я лучше введу свой, ребят. И все прекрасно знают, как это будет звучать. С маленькой сделаем буквы. Вот. Ну что ж, продолжить. Так, мы обновили наши условия. Принять и продолжить. Нажмите в бой, чтобы отправиться в мультиплеер. Ох, ребятушки, я боюсь, сейчас меня тут вздрючат по черноку. Блин, народу, наверное, много здесь. Игруха старенькая. Сервера, наверное, забиты просто-напросто. Так. Я типа готов. Ребят, надо мне, наверное, стрельбу поставить. А, это прыжок, стрельба, вот. Тихо, 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 родной, ты... Это кто там сейчас такой был-то? Что за чудик такой? Интересный. Ёпарасете. Не, ребят, надо кнопочки переставить. Мне так неудобно. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим, все ли у нас работает. Так, это работает. Прыжок, прыжок работает. Отлично. Гранаты работают. Ну, в принципе, я готов. Наказывать. Жестоко наказывать. Куда мне нужно отправиться? Куда? Что тут делать-то надо? Где враги? Ой, единорог. Кто, что, где, куда, чего? Почему? Какого ж хрена ты стреляешь-то? Это враг. Ой. Ребят, по-моему, он отправился к праотцам. Ёпарасоте, ты посмотри. Значит, красные это враги. Я понял его. Ёкламаны. Что такое? Почему горю? Он с огнеметом был. Вот почему я горю, блин. А если я вот так вот возьму, а? Как прицеливаться? А ну-ка. Где он там, говнюк этот мелкий? Должен его заколбасить. Ну. Ну где? Не вижу, ребят. Я его не вижу. Да какой лес, блин? Ребят, я не могу, что ли, этот? Зашибись. Понятно, музельк. А почему, интересно, я сделал прицел? Надо было, ребят, на него обратно нажать, чтобы выйти из режима снайпера. Ну, я не знал этого, если честно. Так, один там отдуплился, это хорошо. Ну, давай, подставляйся, подставляйся, выходи. Ага, голубчик ты мой. Кто-то там покинул игру. Да мне плевать, что он покинул игру. Где этот говнюк? О, патрончики, это хорошо, ребят. Ты видел, как ему сладко-то сейчас было, а? Ну, прям в жопельник ему. Слушай, с огнеметом, блин. А ну-ка, вот этот, кстати, музельк. Оу, роднуля. Вот он, вышел, вышел. Да уж, конечно. Так, ух ты, сколько их тут, смотри. Эй.
Грохнули? Нет, не грохнули еще, ребята. Донатов в лобешек получи. Адьюс, карапуз. Дай-ка мне вот этот вот. Ну-ка, где там? Аптечка, аптечка. Ну-ка, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Куда побежал-то? Эй! Ку-ку, а я-то тут. Ну куда ты? Кто-то меня сзади жарит. Кто-то сзади жарит, так ведь? Точно, бегущий по ветру. Ну я тебе сейчас побегаю по ветру. Я ему сейчас так побегаю, блин. Кусок, извините меня, металлолома, блин. Так, время, ребята, время. Мы пока выигрываем. А ну-ка выкуси гранатку, придурок. Есть, ребятули. Так. Слушай, ну я еще не такое дно все-таки. Так, а вот это что такое? Добавить друзья? Нет, не надо никого пока в друзья. Так, награда за первый бой. Отлично. О, я получаю второй уровень. Так, открыты новые возможности. Королевская битва. Игроки высаживаются на остров без инвентаря. Оружие спрятано в сундуках на карте. А смертельная зона сужает поле боя. Побеждает последний выживший игрок. Свойства одежды в данном режиме отключены. О-оу. Круто. Точно, круто, ребята. Ну что, эй, я карту не сменил? Ладно. Погнали, погнали, ребята. А время у нас мало, 3 минутки всего лишь. Поэтому я... Опять этот музелька тут. Я опять в эту карту, что ли, играю, да, ребят, по ходу дела. Ну зато я уже здесь сориентировался. Так, где они? Ку-ку. Почему? Типа он круче? Да? Ну ладно. Давай-ка посмотрим, что ты по этому поводу скажешь. Конечно. Что? Перезарядка, блин. Нет, он горит. А, музельк уже за нас, ребят. Он был вначале против, теперь за нас. А если я вот так вот сделаю, что это за вид оружия такой? Блин, кто-то меня сзади бомбил. Ой, тут надо контролировать свой сральник. Обязательно, ребята. А, это типа... Понял. Понял, ребята, что это за оружие у нас. Типа гранатомета. А ну-ка. Вон там, я вижу, вдалеке стоит хмырь. За дерево спрятался. Накося, выкуси. Готов. Отлично, ребята. Так, тихо, тихо, тихо. Нужно везде просматривать. Ух ты, роднуля ты мой. Блин, да что такое? Как он, блин, я не понимаю, ребят. Я в него строчу, ему пофиг. Что за хмырь-то такой? Читер какой-то, блин. Нет, не читер. Возмездие, блин. Точно, ребят. Месть. Вот это правильно написали. Я такой. Я возмездие ему дал, блин. Так, ну где там хмырёныши эти? Вон они бегают. Ползунки, идите сюда. Тихо, тихо, тихо. Я знаю, что эти гады любят сзади тут подкрадываться. Куда ты там, роднуля? Ты хорош музельку-то этого трогать. На. Хмырёныш, блин, а? Да давай ты его бомби, прижучь ты его. Опять он докопался до меня. Ну. Мы будем выпрыгивать отсюда или что? Или будем так стоять сегодня? Снайпер. Опять, ты посмотри, он достал. Где аптечки, блин, мои? Ну, блин, достача, а? Патроны кончились. Как-то не вовремя. Музелька, отойди. Ага, вон, вижу, вижу хламона. Сейчас я их зажарю. Смотри-ка, справился. Ну-ка, дай-ка вот эту вот броньку я подниму. Шикарно, патрончики. Все это, ребята, нам пригодится. Так, отчет времени пошел. Блин, одного фрага нам еще нужно подбить. Или мы выигрываем.
Мы выигрываем, ребят, мы выигрываем. А, ничья, успели все-таки кого-то не заколбасить. Вот охламоныч, а. Слушайте, а карту мы можем сменить в конце концов или нет? Случайная карта. Так, сменить карту. Паркур. Паркур. Так, за разрушение вражеских турелей, щитов, а также роботов вы получаете дополнительные очки. Да ты чё? Серьезно, что ли? Ну что, ребят, пойдем прогуляемся. Вот тебе и пиксельган 3D, блин. Где эти хламоны? Карта новая, я не знаю, ребят, где здесь. Они начнут. А что дают животные? Что дают питомцы? Так. Что там? Оу-оу-оу-оу. Стоит, смотри, любуется. Давай-давай-давай, колбасим, колбасим, колбасим его. Он идет сюда, я его должен подцепить, ребята. Где он там? Куда он там? Куда он убежал? Патрон-то я заберу. Сосунок. Так, у тебя, конечно, офигенный костюм зомби. Ну что, ребятуля, куда пойдем? Не пойму нифига. Где кто что? Так, тут... Вот прыгнул-то. Вот дурила. Картоновая. Где враги? Я не вижу врагов, ребят. Кого расстреляешь там? Кого ты там строчишь? Чудик. Успокойся. Покинул игру. Что же это за карта-то такая? Я никак не могу... Где враги? Ага, вон они. Все, я понял теперь, кажется, ребят. Теперь я, кажется, понял. Тут ничего сложного нету, наверное. Идем вот сюда, и мы на их территории. Да? Да? Привет, Бублик, я тебя вижу. Хе-хе, ой! Ой-ой-ой. Вот это я баловнул. Что ж такое-то? Я убил питомца. Ну, это чисто случайно получилось. А куда ты? Что это? Иди ты в лес. Слушай, да он достал. Да как так может быть? Почему я не могу его подбить? Чё за фигня? На, в чайник, блин. Офигеть, это я с базуки бомблю ему по фигам. Ну-ка так. Хорошо, давай я возьму. Кто-то строчит по мне. Кто-то по мне строчит, ребят. Не могу понять, кто. Где аптечки? Дайте хоть одну аптечку-то мне здесь. В конце-то концов, я без аптечки не согласен. Я на это не подписывался. Так, вон там вижу охламона. Хе-хе-хе, убил. Полетел к праотцам. Здорово. Не шмаляй тут по пустякам. Не пугай меня, блин. Так, тут уже тоже кто-то отдуплился. Я не знаю, кто это. Так, что, ребята, созрели? Наконец-то вы созрели. Так, козлик, уйди отсюда, пожалуйста. Давай, малыши, идем. Ой, это что такое? Это что такое было? Что за голографическая банка? Смотри-ка, у чувака костюмчик. Получи-ка, распишись. Хе-хе-хе-хе-хе. Возмездие. Куда ты там притулился? Опс. Достижение получено на краю. Убийство в голову. Ты че вылез? Отомстил, ребята. Он отомстил. Нифига у него пушечка там. Ты не припухли, а? Сынуля. Все. Он меня вывел из себя. Так, ты стоишь здесь, снайпер, да? Я тоже хочу поснайперить маленько. Так, давай-ка мы с тобой тут повысматриваем цели. Черт, повысматривали, блин. Сейчас меня прикокошат, по-моему. Так, где этот охламон? Вот он. С ножом? Он с ножом, ребята. Поражение. Это я, видимо... Ну да, ребят, проиграли мы здесь. И со счетом-то с таким нехилым. Ну, я еще раз повторю. Карта новая была для меня. Я не знал, что здесь может быть. Так, планета пришельцев. Давайте посмотрим, что это за планетка такая. Так, повышай свой уровень. Я бы с удовольствием. Я пока не вижу, где... Что такое? Ёпрос. О-о-о, как все... Как тут все серьезно-то? А что, я так тоже могу ли прыгать? Да ты достал. Ты, по-моему, везде меня преследуешь. Парень, тебе не кажется, что ты меня преследуешь просто везде?
Хе-хе-хе, молодцы, ребятули, поджарили этого гаденыша. Так ему и надо. Ты что там распрыгался, кузнечик? Это же он? Это же он. Попрыгуша, стрекозуша. Он нас не видит, что ли? Или что он там? Расстреливаем. Молодцы. Так, а там кто у нас вдалеке? Что за кузнечик? Патроны кончились. Понял, 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 понял. Понял, он не дурак. Еще один попрыгулька. Блин. Да чтоб тебя. Как ты долго перезаряжаешься, а, парнишка. Это еще кто такой? А ну-ка, к папочке вернись. Где он, где он, где он, где он? Вон, я вижу. Да кто меня опять рас... Сзади. Мастер Соло. Я тебя сейчас устрою, блин, Мастер Соло. Я тебя сейчас устрою. Будет возмездие, кровавое возмездие, ребят. Где он? Мне нужно его найти. Ой! Тихо, 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 столько много-то, зачем? Кого ты там, гад, жаришь? Кого ты жаришь, я тебя спрашиваю. Парень, ты не припухли, а? Хорош, он еще... Это... Нет, я уж хотел сказать, чит, что ли, какой-то, бот, чит. Да ну, хорош, завязывай, парень. И застрял где-то там, непонятно где. Зашибись. От чего я... Не, нафиг отсюда надо выползать. Мне не нравится это место. Так, а это что такое? Просто так? Да? Где аптечки, блин? Вот кто мне скажет, где аптечки? Блин, патронов нет. Я понял, понял. Все, не надо гундеть. Так. Эй! Ну-ка, 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 ну-ка. Стреляет он-то по всем, а? Вот так вот. Тройное убийство, нифига. Вот так вот, ёпростая папочка работает. Буду знать. Да чтоб тебя. От настырный-то какой, а? Не вышло. Супер солдат ультраубийства. Да я ж прям круч. Слушай, а у меня патроны кончились, ребят. Где патроны-то? Патроны-то где взять? Что ты, в кого стреляешь, дуралей? Вон вражина где идет, блин. Стреляет он. Тихо, с дробашом-то не надо баловать-то так. Слышь, парнишка, успокойся, дробаш не в тему. Да еб ты, куда ты стрелял? Залез в какую-то парашу. Я его подбить смогу или нет? Е-е-е-е-е. Вот это было круто. Это называется местью, парсета кровавая. Так, у меня вообще патронов нету. А, во, во, ребят, патрончики нашел. Е-е-е. Слушайте, ну круто, круто. Вообще крутяк, я бы сказал бы даже. Игра, конечно, для детишек, но тем не менее, ребят. Так. Круто. Слушайте, я могу, в конце концов... А, покинуть матч. Конечно, покинуть матч. И хочу зайти в арсенал. Может быть, мне что-то новое доступно, а не стандартный вот этот набор. Ёпрст, ты посмотри, сколько тут... Ух ты, королевская битва доступна. Против всех и выживание. Вот оно как. Ну, нифига тут. Ядерный город, город паркура. Так, дворец императора... Эдем, арабская пыль, Атлантида, ограбление поезда. О-хо-хо-хо-хо. Жесть, ребятушки. Ну что же, на этом давайте, пожалуй, мы с вами закончим эту серию. Если вам понравилось, то лайкос от вас. Ну и увидимся в следующих новых видосиках. Так что всем пока и удачи.